Всем привет! Мы отъехали где-то часа два от Винницы. Приехали в лес. Здесь есть зона отдыха «Радуга». Мы сейчас здесь пообедаем, а потом поедем собирать грибочки. Кайфуем, ходим. Я вон пледик натянула на себя. Сара вон бегает, олени. Ну это кабан. Прикинь, такого в лесу встретить, он же убьет. Ну. Сара, подожди. Тихо-тихо, чтобы он не испугался. О, какой он огромный. Ну ты капец большой. Гигант. Да он эту сетку сломает, если надо будет. Хвостиком машет. Боже, вы такой снимаете. Звезда. Челка такая подстриженная, и мухи облепили. Сара, на, держи вот так вот палец. Так снимай. Давай. Держи только руль рукой, не бойся, не бойся. Видишь, как вырывает? Такой вид, слушай, капец. Ира. Ира папарацци сегодня все клацает да клацает. Я хочу сфотографироваться с лошадкой. Все, Лиля завалилась уже. Лиля. А ты зачем так руки-то делаешь, а? Сара, прыгай ко мне. Подожди, стоять. Вкусненький? Попробуй. Спасибо. Ты сейчас еще один принесешь. Девчонки, ты нас тоже напали. Ну, это баныш. К нему надо ложку, да? Кукурузная каша на сливках со шкварками. Класс. Кофе, да. Кофе, да. Мне экспрессо можно с молоком. Я тоже. А мне американо. С шоколадом. С шоколадом и с бананом. Шикарно. Лучше мака и лучше я. А вот я вижу речку, да? Даже на камере картинка какая красивая. Передается сразу. Ну, все-таки как в Украине красиво, вот столько зелени вообще. Это еще не очень, ребят. Hello. Я взяла ей кофту еще. Украинская сценария начинается. Приключения. Мы идем без еды и без воды, поэтому, если что, будем убивать зверей. Да, это сорвали тебе специально. Муравейник, смотри, муравейник. Муравьи здесь живут. Строят, видишь? Пошли, зайка. Масленок, а ну? Да. Сара, смотри, нас не спрячешься. Ира, да? Такая, я стою, жду, что вы, может, что-то нашли. Не, ну я сразу поняла, что дядя Игорь. Такой нож у вас, слушайте, прям. Да. Шикарный. Рыбной. О, какой красивый. Уже как грибами. Понюхай. Прям пахнет. Ах, это знакомый запах. Я с детства, мы тоже на Дальнем Востоке собирали. Сара, смотри, грибочек, Ира. Какой у нас сегодня день удачный. Сара. Смотри. Смотри, какой грибочек ты нашла. Ложи. Ира, ты тоже нашла? Да. О, Ира. На, Ир, режь. Ложи уже в корзину, сейчас будем собирать. Это не жарко уже. Корзинка наполняется у нас. Смотри, сколько много их. Это новое, это уже будет. В общем, после всех объеданий мы приехали к Лиле на дачу. Эй! Ты где? А что так темно? Потому что с этого. Подожди, у меня авто вроде. Вот. Лиля! А, билет! Девочки, я без него не улетаю. Лиля в субботу улетает в Испанию. Лиля живет в Испании. Это моя подруга детства. Ну, я даже... Можно я причесу с Женей? Мы не видели 6 лет. Она к вам накрасилась и футнику ест. А я в таком виде. Так нельзя, предательница. Красиво, у тебя очки. Ирчик тоже быстро причесалась. В общем, у Лили шикарнейшая дача. Покажи собаку. Сара, покажи собаку. Ой. А, все, поставь ее. Папа тебе купил. Дача, конечно, у них кайфовая. Очень кайфовая. Сара там уже на
разном транспорте хочет уехать. Сейчас Ульяна приедет, она тебе покажет. Пошли. Очень красивая дача у Лильки, конечно, вообще шикарная. Вон собака. К тебе вон собака бежит. Соскучилась. Маленький. Ты наш друг. Ты наш друг. Ой, как ты радуешься. Как ты радуешься, да. Хороший, хороший какой. Ты такой хороший. Хороший, хороший. Малютка. Ой, малютка. Ты малютка. Сара, такой маленький, хорошенький, да? Самое прикольное, конечно, это то, что вот выходите из дачи, и там лес. Представляете? Курочки пасутся. Какой красивый стол! А вот карасики. Буль-буль, карасики! Это песня о тебе. Не о тебе. О тебе постоянно в голове. Это песня про тебя. Мы сегодня доставили посылку, то есть три посылки, но с одного места. Это сайт superizator.ru. Я не знаю, что у меня здесь в коробках, но в этом и фишка, то что вы не знаете, что внутри, вы только оплачиваете, и вам доставляют сюрприз. Это мне прислали бесплатно на обзор. Давайте начнем с самой маленькой коробочки. Здесь нарисованы конфеты. Я думаю, что здесь конфеты. Представляете, они подарили Джелли Белли конфеты с разными вкусами. Большая очень пачка. Эко-человеки, сделано в России. Малыш. Чашечка такая. А где описание? Ой, это что? Подождите, подождите. Здесь какие-то пакетики. И что-то здесь еще открыточка. И в открыточке что-то написано. А, здесь начинает расти травкой после 3-4 дней. Все валяется, потом уберу. И самая большая коробочка. Заядлому путешественнику. Ну, это про меня. Прямо вообще внутри. Подарков на 3500 рублей. Так. Конечно, мусора у меня сейчас по всему полу будет много. Когда заряжаете телефон, то на розетку это зацепляется, сюда телефон кладется, то это в аэропорту, когда мало места. Ой, прикольно, видите, сколько вариантов. На розетку, на карман. Итак, это что? Мини-монопод? В руку помещается. Интересно. Прям в руку. И легкий очень. Прикольно. Батарейка. Я очень люблю такие штуки. И у меня есть одна такая большая, мощная. Я брала ее с собой в путешествие. Но это тоже мощно. Классно. Спасибо. Это, по-моему, для паспорта. Да, кстати. Я поторопилась, купила себе в Стоеннике тоже такую же вещь. Очень, кстати, удобная штучка. Да, у меня такая же. Сюда паспорт, билет. Так, это как перочинный ножик, только я не могу понять для чего. По-моему, это USB-карта или что вот здесь с памятью. А тогда зачем вот эти выходы? Нужно разобраться, что это такое. Может быть, вы знаете, что это, напишите. Обложка для паспорта. И здесь футляр. Магнитная карта на холодильник с стирающимся слоем. По-моему, да-да-да-да, копеечкой можно стирать. Прикольно. Ой, такая прикольная штука. Где я была? В Казахстане. Надо стереть. Тебе пожелал ветер.